В республиканской столице открылся новый маршрут общественного транспорта. Он будет бесплатно перевозить пассажиров от автовокзала до здания Главного бюро медико-социальной экспертизы. Кто может воспользоваться новой услугой и как это сделать, расскажет Мурат Джанкёзов. Уже около месяца в Черкесске действует новый рейс по маршруту автовокзал Главное бюро медико-социальной экспертизы по Карачаево-Черкесии. Каждый будний день по расписанию с остановки общественного транспорта отъезжает иномарка, микроавтобус с логотипом бюро. Начинаем с автовокзала, железнодорожный вокзал тоже, 9.30. Доезжаем до панорамы 9.37. Оттуда 9.41, Первомайская. 9.44 идем уже на городскую поликлинику, с городской поликлиники на улицу Ставропольскую. Бывший институт, остановка Ставропольская, Комсомолец. Оттуда спускаемся на мотодромную 14. В 11 выезжаю с мотодромной, с пассажирами. Также выезжаю на все остановки, на которые они уже выйдут, уже останавливаются на каждой остановке до вокзала. Раньше людям приходилось добираться своим ходом до учреждения, расположенного в парке культуры и отдыха «Зеленый остров», чтобы пройти освидетельствование. А для тех, у кого проблемы со здоровьем, эта задача не из легких. Теперь жители и гости столицы могут доехать напрямую до здания бюро. Конечно, удобно, легче. Поехать, добраться, конечно, легче. Выходим, остановку, сели, поехали, все удобно нам. Как вы узнали об этом маршруте? Ну, когда мы первый раз нам сказали, что этот, были там, когда первый раз сказали, что у нас маршрут работает с такой время. Вот, после этого мы узнали, и очень хорошо, удобно нам поехать и переехать, комфортно, как сказать. По словам специалистов, сегодня в Бюро медико-социальной экспертизы проводится большая работа по улучшению качества и условий оказания услуг по освидетельствованию граждан. Руководитель нашего учреждения очень четко мониторит все вопросы, все обращения в социальных сетях, на официальном сайте нашего учреждения. И одно из обращений жителей города Черкесска и нашего региона было, что нужен вот такой маршрут. Зурида Мухамедовна работает над тем, чтобы маршрут был официальный именно с города Черкесска. Но пока этот вопрос решается, она своими силами запустила вот такой маршрут, который будет в течение там, полудня, два раза в день ходить. И с остановками прописанными. Мы эту всю информацию опубликовали на наших социальных сетях и на официальном сайте для тех граждан, которые приезжают сюда для очного освидетельствования. Первый рейс отправляется в 9.30 с автовокзала ежедневно, кроме выходных, через остановки вокзал, рынок, Первомайская, поликлиника и Комсомолец. Проезд бесплатный. Мурат Джанкёзов, Олег Малхошев, Вести, Карачаево, Черкесия.